Вас приветствует компания «Санаториумс», которая является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Мы находимся на курорте Карловы Вары в Чехии и сейчас проведем для вас видеоэкскурсию по санаторию Виндзор. Санаторий Виндзор расположен всего лишь в 20 метрах от мельничной колоннады. Расстояние до садовой колоннады составляет 60 метров, а до гейзерной 400. Путь к источникам ведет по абсолютно ровной местности. Директор санатория Виндзор Кристина Шпичкова. Работает она здесь с 2014 года. Кристина, расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего замечательного санатория. Добрый день! Наш санаторий был основан в 1866 году и является одним из шести первых построенных в Карловых Варах зданий. В золотое время курорта здание являлось крупнейшим бальнеологическим учреждением во всей Европе, имея в своем распоряжении 90 кабинетов с термальными ваннами. По расположению у санатория Виндзор нет равных в Карловых Варах, так как он построен прямо над источниками. Нашей целью является сохранение традиций лечения, создаваемых на протяжении 150 лет. В лечебных программах мы прежде всего ориентируемся на использование природных лечебных ресурсов – термальной воды и торфяной грязи, которую к нам привозят непосредственно из расположенных неподалеку карьеров. Одним из важных преимуществ нашего санатория является наличие термального бассейна, который используется как процедура так же, как и 150 лет назад, позволяя пациенту полностью погрузиться в нашу уникальную воду. Свойства воды положительно влияют не только на кожу, но и на весь организм в целом. В нашем здании гости найдут аптеку, гастроцентр, клинику эстетической медицины, историческое кафе и прекрасный банкетный зал, где мы проводим различные торжественные мероприятия. Коллектив санатория Виндзор прилагает максимум усилий для того, чтобы гости обрели физическое и душевное здоровье и с радостью возвращались к нам в будущем. Дорогие друзья, приглашаем вас в санаторий Виндзор на отдых и лечение. Двухместный номер стандарт. Площадь данной категории от 24 до 33 метров квадратных. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и спальной комнаты. Здесь установлена большая двухместная кровать размерами 180 на 200 сантиметров. При необходимости ее можно раздвинуть. Далее гостям предоставляются халаты и тапочки бесплатно. Есть вот такой вот набор полотенец, телевизор, в том числе и с российскими каналами, а также холодильник с мини-баром, который за дополнительную оплату. В данной категории номеров нет балконов. Вид открывается во двор и на улицу. В прихожей в шкафу находится электронный сейф. В совмещенных санузлах устанавливают душевые кабины. Есть фен и набор косметических принадлежностей. На полу ковровое покрытие, подключение к интернет по сети Wi-Fi. Разрешено проживание с вашими домашними животными за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите в описании данного номера. Только что мы увидели, как выглядит одна из категорий номеров. Подробнее с другими категориями можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Номера». Там есть фото, описание, а главное – видео. Гости питаются в собственном ресторане, который расположен на втором этаже. Шеф-повар расскажет нам подробнее о питании. Шеф-повар ресторана Карл Маковичко. Он работает в области гастрономии с 2004 года. Карл, расскажите, пожалуйста, как у вас организованы завтраки? Так, у нас сенабизи снидание форму шведских столу. Завтраки в нашем санатории проводятся в форме шведского стола. В ассортименте представлены сырные и колбасные нарезки. Из горячих блюд – яичница двух видов, сосиски, бекон, блины. Из кисломолочных продуктов – несколько видов йогурта, мюсли. В качестве добавки к ним – семечки и орехи. Из напитков на завтрак мы предлагаем гостям кофе, несколько сортов чая, соки на выбор и воду. Что предлагается на обеды и ужины?
Основные блюда на обеды и ужины подаются по выбору из меню, а вместе с этим на шведском столе предлагаются хлебобулочные изделия, 2 вида супа, 6 гарниров, 12 салатов с 3 разными заправками. В меню гости найдут 3 главных блюда – это мясо 2 видов и рыба. Мы самостоятельно готовим вкусные десерты и покупаем свежие фрукты. На обед и ужин гостям бесплатно подается несколько видов чая и вода с фруктами. При необходимости и по договоренности с врачом возможно приготовление некоторых видов диет. Помимо основного ресторана также есть кафе «Франц Йозеф», в котором вы можете поесть сладкого либо выпить кофе. Лечебное отделение расположено на минус 1 этаже. Сюда подведена термально-минеральная вода для проведения некоторых процедур. Сейчас мы поговорим с врачом и узнаем возможности для лечения. Дорогие друзья, мы находимся в санатории Виндзор с доктором Миланом Колой, который практикует на курорте Карловы Вары с 1981 года и работает непосредственно в этом здании, которое еще называлось Лазни 3, с 1992 года и сейчас на этот момент в санатории Виндзор. Пан Кола, мы бы хотели задать несколько вопросов о том, как проходит лечение в санатории Виндзор. С какими диагнозами приезжают пациенты? Пациенты приезжают с разными диагнозами, но показания к лечению в Карловых Варах следующие. Все заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение метаболизма, а также некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата. Ну вот при такой индикации, как заболевание желудочно-кишечного тракта, какие есть возможности в лечебном отделении Виндзор? Какие методики вы применяете? Так, после осмотра, после обследования пациента сделаем расписание питьевого лечения. Это значит обыкновенно 3 раза в день, какое-нибудь время до еды. Обыкновенно в дозе 0,5-1 стакан, это значит 100 или 200 грамм. Ну а потом все отвисит от того, какие дополнительные диагнозы у пacienta. Это значит, когда кто-нибудь после операции желчного пузыря, и он приехал сразу после этого, так может какие-нибудь грязевые, компрессии сделать, сделаются ванны минеральные. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата, с какими диагнозами приезжают именно с опорно-двигательным аппаратом? Обыкновенно болевые, проблемы с позвоночником, шейным, грудным, поясничным, а потом артротические проблемы больших суставов, тазобедренных, коленных. Но основные процедуры, которые вы назначаете при этих заболеваниях, это... Массаж классический, газовые уколы или пневмопунктур. Магнетотерапия, электротерапия. Грязевые компрессии, парафиновые компрессии. Физкультура в бассейне. Подводный массаж, вихревая ванна. Здесь хотел бы я познакомить вас с нашим гидротерапевтическим отделением, которое включает в себя то, že bassénník s termominerálnou vodou s temperaturou okolo 38 градусов, который пользуются пациенти с ideálnym oddychom. Процедура обыкновенно 3 раза в неделю, 5-10 минут, максимально 15 минут. Потом надо охлаждать и можно повторить. А при каких заболеваниях назначается процедура посещения вот этого термального бассейна? Обыкновенно у двигательного аппарата, у всех, это значит мелкие суставы, опорные суставы, позвоночник. Приезжают пациенты с нарушениями обмена. Основное лечение таких пациентов – это тоже питьевое лечение? Питьевое лечение – это основная вещь, но потом каждый имеет еще другие диагнозы, это значит, отвисит все от того. Пан Колос, большое спасибо за диалог, за ответы на вопросы. Я думаю, что теперь тем, кто приезжает в Виндзор, понятно, как именно проходит лечение здесь и с какими заболеваниями можно сюда приехать.
Еще одна важная информация о минус первом этаже. Комната номер 5 – это комната, где все пациенты получают расписание процедур. Дорогие друзья, приезжайте к нам за качественным санаторно-курортным лечением. В здании есть собственный бассейн. Он наполнен простой водой, размер его 5 на 15 метров. Глубиной он 1,5 метра. Оснащенный структурным душем, он же гидромассаж, и здесь проводится реабилитационная гимнастика с физиотерапевтом. Далее имеется комната отдыха и финская сауна. У Винсера есть две возможности запарковать ваш автомобиль. Первая – это во дворе на охраняемой парковке. Вторая – это перед зданием. Парковка является платной. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за обновлением авторских видеороликов, а также наших социальных сетей. И бронируйте санаторий Винсер по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.